Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали важный документ. Речь идет о соглашении стратегического партнерства. Это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Соглашение в области производства и передачи зеленой энергии подписали на полях Всемирного климатического саммита COP29. По словам Касым-Жомарта Токаева, для Казахстана, который стремится к углеродной нейтральности, зеленая энергетика является приоритетным направлением. В свою очередь президент Ильхам Алиев отметил, что сегодняшнее соглашение выводит братские отношения и стратегическое партнерство между тремя странами на новый уровень. Кроме того, глава государства Узбекистана заявил, что данное соглашение не только преследует экономическую цель, но и олицетворяет общий вклад в будущее. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это событие знаменует новую страницу истории общего стремления к устойчивому развитию. Подписание соглашения о стратегическом партнерстве – это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейские и другие рынки. Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты этого соглашения будут способствовать развитию среднего коридора в качестве зеленого моста, соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами. Будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности.